Всем привет! Это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру NEC. Глава называется «Письмо из прошлого». И мы идем. Мы идем, пробираемся. Здесь стоит док, изобретатель, пацан еще какой-то. В общем, идем, ребята. Посмотрим, может быть, и здесь гоблины затусовались. Мы сейчас с ними тоже будем разбираться. Все дело близится, я думаю, к завершению к своему, потому что уже часто так показывают этого главного гоблина, с которым нам предстоит в дальнейшем разобраться. Открывайся уже, открывайся, я тебя буду... Буду я тебя... Побить я тебе мне надо, вот что надо сделать. Пошли! Секретка, ребята, секреточку открываем! Секреточка с янтарем. Ну, правда, мало янтаря, надо больше... Чуть-чуть. Как так получилось-то, а? Ладно, опять с этими придется справиться. Ну. Придется справиться, только как аккуратно. Все получилось нормально. И секреточку сейчас еще янтаря возьмем. Получилось, что я и тот взял, и этот, в принципе. Ну, аккуратно надо. Я не думал, что он упадет. Получилось так. Ребята, подтягивайтесь, пока я тут разбираюсь с этим. Он кидает, ничего себе. А, этого на лету словил. А к этому надо ближе подойти просто, и все. Тихо, тихо, не кидай. Да я хотел увернуться, почему он не увернулся? Я же нажал кнопку. Так, нечестно, я нажал кнопку. Ну ладно, бежим. Как-то тут опасно ходить, потому что он может улететь. Все, восстановился полностью, так что, ребята, можете подходить. Тихо, тихо, тихо. Разошлись, ребята. Да не надо меня рубить. Бамс. Где бы мне теперь подлечиться после такой схватки? Ладно, идем так. О, веревки. Быстро все сюда. Чуточку дальше, в пещеру. Где этот рисунок? Так, 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 так. А как же мне теперь разобраться с ними аккуратненько? Получилось, кстати. Все хорошо. Все хорошо, но мне надо найти ящик с реликтами. Я его, похоже, не найду в этот раз. Ладно, жизни теперь хватает. Предлагаю здесь также сделать аккуратно. Как получилось в тот раз... Ну, не получилось так, как в тот раз. А все-таки он меня зацепил своей булавой. А, здесь сдувает ветром. Вот почему так получилось, что я налетел на красные камни эти. Ветер сильнейший через каньон. Ну-ка, давай супер ударом. Где? А, янтаря нету. Я обрадовался, думаю, сейчас я супер ударом их пришлепаю здесь. Вот теперь будет супер удар. Ветром, ветром сносит. Еще чуваки эти закидывают. Хорош кидать, ничего не надо. Во. А, ты еще жив, что ли? На, все. Стоп, 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 стоп. Чуть я не нарвался на красные эти камушки. Давай супер ударом вас, все. Ах ты. Нормально. Не секретка? Нет. Нет, нет. А, вот я залечился. Все, еще может вырасту, а? Нет, вырасти не дали. А как вы здесь уже так быстро пробежали, я даже не заметил. Еще немного. Давай здесь высоко ползти. Веревки-то, я надеюсь, крепко привязали. А чьи веревки, кстати, кто оставил? Наверное, шахтеры тут лазили эти, гоблины. Значит, тут могут быть гоблины, их там много. Док, ты чё, давай ползи быстрей. Док, ты чё, силы что ли потерял? Ну-ка, давай быстрей. Ребят, дока надо быстрей вытаскивать. Ты чё, он сейчас сорвется вниз. Держитесь, док. Ты куда? А, ну он поможет ему. Так, держи, Нек. Все, ладно, тащим
Док, ты давай, ты это так не шути. Нек, потащи, и все. Хоть бы сказал, что тебе там плохо или что. Отличный прыжок, Райдер. Не ожидал от тебя. Ну, глаза боятся, руки делают. Вы в порядке, док? Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, ребята, идем, идем. Так, здесь здоровички, смотри, есть один здоровичок. И два таких маленьких щупленьких. Ой-ой-ой-ой, что он творит-то? Посмотри на него, а? Так, потерял доспехи свои и просто лег. Ха-ха. Вот так, легко с ним мы разобрались. Так, есть тут какая-нибудь секретка? Мне нужно еще пособирать реликтов. Я хочу быть большим самым. Рычаг. Что открыли? Ну, давай посмотрим, назад выходим. Вот, все, ворота открыты, заходите, не бойтесь, не стесняйтесь. Проходим, не тормозим, проходит, что ты стоишь тут, мешаешь мне пройти. Эй, я вижу вход в пещеру. Так. Сейчас мы там со всеми разберемся, надо вниз, походу, прыгать. Ой, куда я прыгнул-то? Здесь, ребята, ловушка. Оказалась ловушка, ну ничего страшного, ладно. Здоровичок, привет. Так, он три раза бьет, а я бью тоже три раза по нему. А с этими как? Не, погоди, вы чё? Я сейчас к вам запрыгну и все. И все на этом. Твоя конструкция-то будет разрушена. Наверх нельзя? Нет? Нет, никак. Все, ребят, подтягивайтесь, давайте за мной. Давай, бегите, бегите. Не буду брать пока ящик. Хотя нет, надо взять. Я, наверное, большой сейчас стану, ребята. Подрос хоть, нет? Блин, жалко, не подрос. Зря взял. Да что-то он меня сейчас поломает прямо здесь. Нет, 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 нет. Давайте добьем его. Есть, улетел. Как восстановиться теперь? Все-таки зря я этот ящик раскрыл. Надо было дождаться, пока разберусь. Ну, хотя ладно. Иди и нажми этот переключатель. Сейчас нажму, не переживай. А я буду здесь. Там коробка как раз с реликтами есть. Только как туда залезть? Стоп. А, потом мы вот эту дверь откроем, значит. Ну, пошли, здесь надо обойти. Так, обратно. Ну, вот так просто пробежал и все. И ничего меня не зацепило. Раз... Два, три раза, по-моему, он бьет. Три. Все, теперь мой выход. Хорошо. Идем дальше. Ой. Заколебали эти. Надо просто ближе как-то к ним подбираться и все. Держи. Вот. Ну-ка, подрастет. Подрос. Все еще больше стал. Немного дальше, Нек. Я знаю, знаю. Че ты не переживай. Сейчас все разберемся. Так, много, много их. Ну-ка, ну-ка, давай-ка суперударом сейчас всех разнесем. Вот. Буря, ребята, налетела на вас. Это я, Буря. Нек Буря называется. На, даже не успел ничего сделать. Понял? Так, этот здоровый. Этот здоровый, хорошо. Давай, на... ну... Ай, больно! Не-не-не-не-не-не-не-не, надо быстрее налетать. Сейчас он в сторону. И теперь вот так, да, все хорошо получилось. Открывайте. А, еще лезут. Еще лезут, так, осторожно. На тебе! На, большого надо, большого сразу. Еще кто? Еще будут? Не, походу все, дверь открылась. Пойдем, нажимаем рычаг. Дверь открывается, мы туда сейчас спрыгнем. Сейчас я еще вырасту, мне кажется, вон коробка лежит. Хотя там реликтов мало, она не целая. Она так слегка подбит. Не, чуть-чуть подрос, все хорошо, давай дальше. Ребята, ждите меня, сейчас я приду. Ваша дверь здесь. А рядом с ней настоящий ключ. Нек, на тебя не очень-то похоже. Не очень. А за дверью наша награда. Гигантские реликты в огромном количестве. Здесь что-то написано. Плохие новости. Здесь сказано, что за дверью таится опасность. Упоминается какая-то великая трансформация, но я не совсем понял, что это. Дальше не разобрать. Не совсем то, что нам... Ах, он подслушивает. Великолепная идея поместить жучок в кулон, Катрина. На карте указано расположение ключа. Он в каком-то лабиринте.
Я поместил ключ в лабиринт собственного изобретения, в надежде, что мудрец верно применит ключ и пройдет испытание. Виктор, кажется, он говорит о тебе. Да, но где он? Кажется, лабиринт где-то под горой обелиск. Я всегда думал, что там что-то спрятано. Так, долго интересно туда лететь? Что, мы летим туда? Да. Нужно хотя бы найти ключ раньше Виктора. Не волнуйся, я осторожно. Осторожны? Поверить не могу. Вечно делаете, не подумав, что в голову взбредет, даже если это полное безумие, и ведь никто не остановит великого доктора. Лукас! Райдер, ведь ты бы остановил меня, задумай я какую-нибудь глупость. Разумеется. Давайте, док. Веревки ждут. Еще немного. Я начну искать место для посадки. Мы опоздали. Они уже здесь. Вот для чего был двигатель. Эта махина длиной в милю. Нек, я прошу тебя очистить вход. Готовься прыгать. Сейчас сделаем. Прыгать, ты хоть мне парашют бы дал, док. Давай. Огонь и лед. Попали мы в этот замок. Я не знаю, что здесь. Как мне бороться? Куда бежать? Но по мне сейчас просто стреляли. Наверное, просто то, что я пробежал. Вот это было сделано правильно. Надо сюда идти. Так, осторожно, они поливают. Нельзя нарываться на эти фиолетовые лужи, блин. Нельзя же, говорю, нарываться, и я нарвался на нее. Причем два раза. На! Так, может быть, секретка какая-то здесь быть. Побежали по пещере. Янтарь собираем, да, сейчас может пригодиться. В общем, меня отправили вперед, как обычно. Тихо. Дай-ка я подойду. Есть, все, открылось. Все, идем дальше. Реликты. Быстрее взять, подлечиться. Подрасти немножко. И на жучков наступаем. Давай, отойди в сторону. Держи, все. Пошли выше. Сколько их много здесь, пауков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош здесь поливать все. Поливалкины. Надо просто его перепрыгнуть было вот так. Чтобы он ничего не успел мне сделать. Огонь и лед. Огонь, вон, это лава. А лед, это вот эти вот кристаллы. Секретка. О, сундук еще один очередной, наконец-то. Давай посмотрим, что здесь. Во, вот это хорошо, мне кажется, мы набор собрали. Ай-яй-яй, нет еще. Еще одну надо. Еще одной детальки не хватает, будет набор полный. Ну ладно, уже хорошо. Так, подожди. Я сейчас отпрыгну. Стой. Не решаюсь я пока наступить на него. Так, наступать точнее. Идем. А, вас двое. Ага, еще и надо уворачиваться. Ай, в сторону. Да хорош, вы что такие крепкие-то, парни? Надо мне подрасти хоть, потому что что-то я как-то совсем маленький для них. Осторожно. Сейчас я к тебе поднимусь, подожди, не надо мне кидать, я тебя вижу, слышу, сейчас все будет нормально. Иди сюда, поговорим. Я думал, гоблины будут здесь, а это люди.
Расти, расти, Нек, поправляйся чуть-чуть. Наверх. Надо в лаву, главное, не наступить, аккуратно здесь бегать. Так, потихоньку, потихоньку, и не упасть туда вниз. Так, а что я по кругу прошел, дальше куда? Ну, поднимись вот сюда. Во, наверное, сюда, правда. И как мне разобраться-то с тобой? Что-то вас много тут. Еще эти стреляют вдвоем. Так, подошел я к тебе, поговорим. И с тобой. Решим все наши вопросы. У меня, в принципе, к тебе не было претензий. Ты сам начал. Во, еще реликты. Давай, собираем. Будем еще крупнее становиться. Будет хоть повеселее. Тихо, тихо, тихо. Ты че разошелся-то? Мне тут закидывает. Ладно, с этим разобрались. Теперь с тобой. Супер. А, ребята, смотрите, что здесь. Оказывается, секретка и очередной сундук. Ну, давай набор. Набор, может быть, какой-то выпадет уже. Итак, внимание. Эх, здесь тоже не хватает одной штучки. Ну, тоже хорошо. Вот видишь, как хорошо, когда к нему быстро подходишь. Раз и все, и никаких проблем. Да, хорош, хорош. Подожди, тот сверху еще закидывает. Быстрее надо, быстрее запрыгивать. Вот, нормально, идем дальше. Еще реликтов, давай еще сейчас подрастем. Тихо. Все, этих раскидал. Так, а здесь скользко, надо аккуратно ехать. Ехать, чуть не уехал вниз. Ну-ка. О, я ледяным становлюсь, ребята. А чё, огонь и лед? Надо было... А может быть и в лаву надо было мне прыгнуть? Может быть я стал бы огненным? Я что-то не попробовал. А здесь смотри как, вон. Нормально сразу. Сразу здоровым становлюсь. Давай еще тогда насобираем. Покрупнее стать, чтобы подойти к тем пацанам. Вон, что, поговорить нормально. Тихо, 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 прыгай, прыгай. Что такое? Я упал. В лед заледенел где-то. О! Так, так мне больше нравится. Давай идем наверх. Сейчас, ребят, самым большим стану и поговорим. Заходи сюда, давай, давай. Все хорошо получается. И давай, бамс. А здесь жарко. Смотри, вот где жарко, там... Да, вставай, вставай. Кто меня так делает, я не пойму. Стан какой-то получается. Здесь жарко, надо быстрее бежать, пока у меня лед не растаял. Да отвали! Давай к тем пацанам, пока я не совсем маленький не стал. Во! Здесь тоже жарко, что ли? Все, все, я уменьшился. Ну-ка, может, лед есть где-нибудь рядышком? Ну, все, растаяло. Ладно, надо вот с этими, главное, разобраться. Да хорош, а. Ой, он меня с одного удара снес сразу. Ладно. Да ты чё? Янтаря наберем. А, вот этот кто-то кто-то меня с пушки какой-то попал, да? Вот это не лед? Нет. Он здесь специально как будто уменьшается уже. А, я в лаву попал. Вот ты растаял сразу, моментально. Это все из-за этого.
Ладно, ладно, я расправлюсь все равно с вами. Главное вот этого большого положить. Все, тут я так и так бы все равно расплавился. Растаял, как ледышка. А чё, почему не берет? Это же реликты, почему он не собирает? Нет? Значит, нет. Вот здесь хорошо. Сейчас, подожди, пацаны, подрасту. И мы скоро идем к вам. Готов. Раз, два, два прихлопа. Иди сюда тоже. Все, хорошо, надо еще лед. Поехали. Сразу поломал. Тихо, 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 тихо. Не кипишуй, братух. Чё меня? Осколки мои верни. Ладно, вот тут есть. Ну, почти восстановился. Сейчас еще надо. Не стреляй ты по мне. Чё? Обязательно тебе прям надо так. Дай пройти, и все. Лед, ребята, разбиваем. И выходим на улицу, но тут жарко уже, все. Поэтому бежим быстрее, разберемся с вот с этими ребятками. Тихо, тихо, тихо. Вот с большими надо разобраться с роботом. На, получи. Ай! Все, на меня не нападай. Это мы как раз вон там начинали наверху, получается. Мы сюда вниз и пришли. А что, просто зайти нельзя было? Что за глупости? Зачем я это все проделал, весь этот путь? Кто же все это сделал? Не стражи. Это построено слишком недавно. Очевидно, это какие-то люди. Лабиринт, ребята. Поиграем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик. И всем удачи, всем пока.